Мне осталось посадить еще две гейхеры. Вот эту и вот такую пурпурную. Очень красивое растение. И сейчас я это буду делать. И прежде хочу вам показать, как готовится яма. На дно необходимо выложить коровяк, другое удобрение. И вот хорошенечко его разбить. Так, добавлю немного земли. И беру гейхеру. Вот эта красавица. Смотрю корневую систему. Опять ничего. Я люблю, когда там много корней. Вот так. Сейчас я ее хорошенечко обсыплю землей и добавлю золы. Вот она, зола. И земля. Вот так. Этот листик я уберу. Он невзрачный. И вот этот уберу. И вот этот мне не нравится. И вот. Вот этот тоже. Видите, сколько плохих листьев. Поэтому я их убрала. Осталось только полить мою красавицу. Растений уже вокруг, конечно, много. Вот это бересклет ползучий будет ее оттенять. Все, поливаю. Поливаю и вторую гейхеру. Вот так от земли надо очистить. Сейчас приведу в порядок этот участок. И как облагорожу, покажу. Вот и приобрела гейхера свое новое место в нашем саду. Думаю, это место ей понравится. На новом месте в нашем саду. Занимайтесь дизайном вашего участка. Фантазируйте. Что-то новое вносите. И вам всегда будет приятно находиться в вашем саду. С вами была Екатерина Снепко.